Всем привет, меня зовут Лина, и это Day by Daylight. Мы с вами продолжаем и играем за Юи Кимуру. Зона свалки. Свалка Автохевен. Как-то волнительно, подождите. Что происходит? Так. Генератор. Звуки. Ага. Я так и знала. Ведьма бежит. Ты дурак. Подождите. Я пытаюсь понять, что происходит в этой жизни. Но чувачок делает какие-то прям лютые мувы. Я не могу понять, а чё они надо мной кружат? Чего вы кружите? Уйдите отсюда. Я так понимаю, Николас у нас решил чуточку побыть героем, да? Так, иди туда. Ну или не иди туда, ладно. Ну она сейчас придет. И чё? Они там бегают. Какое-то непотребство у них там происходит. Ребекка. Что? Она куда-то в другое место убежала. Очень странно. Ребекка ее обманул, что ли? Хотите сказать? Они крайне нагло вообще как-то играют. С чего стоит один только... Ой. Фонариком светят. Она теперь за Фэнгмин гонится. Ну, он и не там гоняется.
Что у вас там происходит за непотребство какое-то? Вот она вновь гоняется за Фэнг. То есть она добрая, что ли, вы хотите сказать? А зачем? Я как-то разучилась верить в добрых маньяков. Я поняла, что в целом со временем они все становятся злыми. В их руках власть, и они такие, типа... А чё бы и нет? Ну, короче, вы как хотите. А я Шершида Фан. Прикупила себе, получается, аптечку. Ну, понятно, что особо ничего не заработаешь, потому что никого не вешали, ничего не делали. Предмет потерян. Предмет приобретен. Переулок Лэмпкин, Хэдденфилд. Ну тут неприятная локация. Отчасти, да, вот поэтому. Так, он там гоняет девчонок. У нас, кстати, типичная женская пати получается, да? Так, коцнул. Убежал. Прибежал. Убежал. Да что ж ты бегаешь-то тут? Определись-то, где ты? Нормально, чинить. Нет. Не даешь. Позвонили, сказали. Тут, короче, это, генераторы. Надо, короче, это, чинить. Мы приезжаем, а тут маньяк какой-то с бензопилой бегает. Естественно, все генераторы не работают. Когда псих бешеный бегает и все генераторы ломает. Ну, хили-били тут сложно. Тут много домов.
подумаешь, я тебя тут немножко поругала. Ну а чё ты генераторы-то ломаешь? Мы их чиним, а ты их ломаешь, а? Знаешь, вообще-то это как бы, ну, не очень приятно, когда ты что-то чинишь, кто-то ломает. Что с тобой происходит в этой жизни? Меня, конечно, простите, но я тут немножко коцаная, да. Спасибо, благодарю. Вы очень добры. Этот белый кусок, который нужно по квесту, видимо, сделать, очень напрягает. Надо спуститься, что-то с ним поделать. Я там, блин, генератор чинила одна. Почти его дочинила. Он пришел своей бензопилой, все сломал. Если у тебя руки из жопы растут, чего ты трогаешь то, что другие люди чинили? А маньяк выйдет? Да, выйдет! Беги давай! На Нею перекинулся, да? Что это за кусок такой? В меня что-то влетело. Неприятное. Он за Гвадет, да, гоняется? Что-то женская пати, сила женской дружбы, я так понимаю, да? Гвадет выйдет? Ага, открывают. Он туда просто может прибежать сейчас. Или били. Нафиг всех покромсать. А... Фэнк? Он гоняется за Фэнк. Бля, ты суетная какая. Мы сейчас можем просто тупо запороть, если Фэнк ляжет. Фэнк сбежал, окей. Ну, раз Фэнк сбежал, значит и нам пора. Все правильно. Вот она, сила женской дружбы. Ага. Бедный Хилибили. Что это вообще было такое? А, ну мы особо ничего и не нафармили. Только осколок в лицо получила. Неприятно было. Ну ладно. Заброшенная скотобойня. Ферма Колдвин. Ну, это ЖЖ, конечно, неспроста.
ходят тут всякие. Подвал. А еще никто даже не трогал генератор, да? Но обычно это значит, что если мы в самом начале генераторы активно не трогали, что нас ждет много всякого интересного. Где она? Вон она. А ты мониторишь, да? Серьезно? Он прям мониторит? Are you seriously? Любитель цепей. Ну, это заливочная. Чувак, который просто стоит и, короче, во всех целится. Да, он-то типа такой отошел, типа. Ну куда ж ты, коцнутая, это идешь? Почти попал, скотина. Давай повальсируем. Такой себе из тебя партнер по вальсу. Староват ты уже, да кривоват. И пахнет от тебя противно. Отпусти. Я люблю помоложе. Доволен собой, да? Хорошо тебе. Один генератор всего успели сделать. Ну, там Юи сейчас сделает второй, допустим. Ну, допустим, он нас перепутал. Мне уже нельзя висеть, стоять, лежать, вот это вот все непотребство делать. Хотя бы один генератор надо. Замечательно, спасибо. А Леончик все чинит и чинит, да? Единственный, кто не висел, все чинит и чинит. Я туда не пойду. Я как бы уже висела. Иди! Сняла. Офигеть, Квадет, молодец.
А, у нее еще отсырочка. Ну, мужик, слушай, тут выбор невелик. Надо идти тебе спасать. Тут обычно... Ты что делаешь? Она... А, нифига себе! Все-таки да! Вот это тимплей. То есть Леончик не так прост. Не, ну ты, конечно, гордая и независимая, я верю в тебя. Короче, не висел еще Леончик. Я надеюсь, висеть не будет. Возможно, что маньяк вообще другого мнения. Ну ты серьезно? Да я уже висела, отстань. Ну он просто чисто поджопник дал. О, нифига себе. Эхе-хе, да. Мементо море? Это было очень неприятно, но интересно. Начальная школа Мидвича Silent Hill. Так. Я прям вовремя, походу, да? Окей. Дэвида Коцного, да? Не, ну чинить-то, конечно, но... Что это такое за хрень? Мне что-то присосалось.
Вполне возможно, что меня из-за этого успешно отслеживают. Угу, не только меня. Это что за хрень бегает? Что ты такое? Ты что такое? Ты инопланетянин какой-то? Я впервые вижу это существо. За двоих просто мы сели под этой. А, ну да, мы пошли на улицу и по глупости начали чинить генератор, который находится прямо под этой штукой. Нас, короче, инфицировали, получается, да? И мы радостно. Ах, ты что ж ты делать-то будешь-то? Эта хрень сейчас... Офигеть, все кричат. Карта еще большая, непонятная, неизвестная просто. Это заливочная. Я вот, например, понять вообще не могу, где я, что я, куда я иду. Чем я иду куда-то. Просто всех сняла, конечно, да. Все висели. А, ты хочешь... Ты хочешь что? Я не могу это взять. Понятно. Меня только потечили. А почему он оставил? Бля, меня опять инфицировали. Безудержное инопланетянское веселье, да. Ну, чувак, у меня есть для тебя один сюрприз. Небольшой. Да блин, сраная карта! Почему-то не туда вообще прибегаю. Где этот ящик ваш? Снять эту хрень с себя. Oh!
Они все, блин, сейчас помирать будут. Где они все? Где вы? Бля. Где? Я не вижу, где ребята. Я вижу только сраный генератор. А, вон лежит. Один здесь лежит. Он фармит, походу, да? Потому что очень походит на то, что он реально фармит. Реально какая-то дискотека, короче, инопланетная. Окей. Вон он. Да лечи давай. Мало ли что там происходит. Он реально кладет и заставляет лежать. Там, я не знаю, ремимента морькнул что-либо хотя бы. Что за инопланетная херота? Ну что ты хочешь от нас в этой жизни? Я думала, что если он заставляет всех лежать, возможно, он добрый. Но получив две плеухи, я понимаю, что я никогда так не ошибалась. Может, просто всех положить сейчас и заставить быть червячками. Прям как в фильмах ужасов. Чё? Не, реально, а что происходит? Он просто, он ему доставляет удовольствие нас валить? Потому что он действительно, он ударил и пошел. Он не дает заводить генераторы. Он не дает делать, в принципе, ничего. Он тут приходит и дает две плеухи и кладет. Вопрос, зачем? Мы все уже с какими-то штуками в горбу присобаченными. Ну вот опять. Ага. Оно, короче, самоликвидировалось, да? Опять один лежит. И непонятно, что происходит. Безумно интересная игра.
Где, дорогой друг мой? Не вижу. Он сейчас помрет. Тупо. Мы так и не нашли, где лежит чувак. Где может лежать чувак? Ускорить печать? Что? Всех трех повалил. А где? А где он их повалил? Один помер естественной смертью. Ура, я кого-то нашла. И он, видимо, решил повесить, да? Спасибо. Я не люблю такие украшения. Ага. Он, походу, обнаружил, что... Оказывается... Ай. Оказывается, выжившие могут умирать. Естественно... А что он реально делает? Объясните мне. Он просто заставляет нас страдать. Всю катку он нас заставляет просто тупо страдать. Я так понимаю, это фармер, но какой-то не очень удачливый, потому что один из его миньонов помер. Он не дает чинить генератор, он просто нас унижает. Заставляет, походу... Ну, сколько вот минут мы уже бегаем, блин. Все, он просто нас тупо унижает. Этот маньяк. А зачем ему это? Глупо, конечно, спрашивает, с учетом того, что он играет на маньяке. Возможно, что да, им просто нравится, когда другие кричат и плачут. Но в этом плане он слишком жесток к нам. Мне кажется, мы не вынесем этого. Это тот момент, когда я уже готова закричать, ну повесь ты уже нас всех. Давай. Вешай. Задолбал. Очень хочется закончить уже эту игру и пойти куда-нибудь. Ой, ну не надо. Не собачь мне на спину, пожалуйста.
А, он, походу, изучает механику, типа, чё, как делать, куда тыкать и так далее. Я по-другому вообще не представляю, захрена ему вот это непотребство. Инопланетный фармер. Фермер. То есть, ну, вы видели, да? Он просто даже перестал нас бить. Очень долгая фермерская карта. Видимо, его единственное условие, это чтобы мы бегали обязательно с миньонами на горбу. Чтобы он нас мог унижать всячески. Да достал. Дай генератор починить. Генератор же. Ну генератор дай починить. Я сейчас помру, чувак. Я хотела генератор починить. Тянить, генератор. Играть, механика. Женщина, ты тупо по мне протопталась. Серьезно. Ты дизайнер, что ли, а? Навешиваешь везде свои украшения. Просто девочки сидят и плачут. Короче, ему не нравится, походу, когда мы полностью фулово здоровы. Ему нравится либо когда мы полумертвы, либо когда мы на картонах и рыдаем. Катка боли. Ну и что ты делаешь? Ну зачем? Да, давай еще в колокол побьем. Короче, нагнетать будем обстановку. Великолепно. Ну хорошо, давайте мы действительно представим, что у нас тут инопланетный фермер, блин, появился, и мы были им заражены, и поэтому выполняем за него грязную работу. Чиним, сука, генератор. Что с тобой? А, вы уже бегаете как... Я хочу найти еще один генератор и его тупо починить, пожалуйста. Можно мне? Да я не хочу, хочу очистить тотем. Окей, кто-то нашел генератор. Причем рядом это, видимо, да? Мы уже даже, вы даже и не боимся. А нахрена ты фэнгмин туда-то сгоняешь-то тогда? Ну что, туда где-то, ну что? Где? Куда? Куда? А, туда? Я не вижу, где. Или куда? О, прикольно.
Ладно, это было прикольно. Ты решил меня донести? Ты ж не в подвал меня несешь, а? А, я вижу, да, вон она. Просто уже даже донес. А, чувак, ну тут, а тут не, тут только один может. Понимаешь, тут как бы реально только один может. Ну ты чё? Ну она, ну то есть ты думал, что мы побыстрее? Да, понятно, что. Да чиним, чиним, ладно. Какой нетерпеливый вообще. Он отвлекся. Давай, лечиться. А то потом он сейчас прибежит и нам накостыляет по лбу. Сделаем вид, что мы просто медленно чиним. Мне кажется, он догадался, что мы его обманываем. Да, давай, чини. Ну ладно, я тебя кричу. А, он просто нет. Он просто появляется такой, типа, вы что, охренели? Че вы генераторы-то не чините? А положить на своему... Да давай. Окей. Ну или иди, ладно, сама. Где выход? Как теперь из этого просто непотребства выйти? Так, ну это подвал. Здрасте. Очень долгая катка боли. Я вообще надеялась, что выход находится во дворе. Да чё нам? Все бы ничего, но я забыла уже, где выход-то находится. А я не знаю, где выход. Я тупо сейчас проиграю из-за того, что я не знаю, где выход. Где все? Я потерялась. Я просто тупо потерялась. Куда идти? Зачем идти? А где сраный выход? Господи! Так, ну маньяк обычно там, где выход. Куда? Вот тут? А, типа это. Да-да-да-да-да, ты большой и грозный. Спасибо. Это был очень интересный опыт. Я надеюсь, что ты... Нафармил много и хорошо. Давай. Ну давай, поцни. А, ну я же помру точно. Ну ладно.
Поползла, боже, это было что-то с чем-то. Это сколько? Это мы 30 минут! Просто 30 минут фарма, вы представляете? Боли и унижения в этой школе, в которой нам сингулярность, фу, просто закупленная. А я меньше всех заработала, да? Больше всех заработал Фэнгмин. Всем спасибо за просмотр, я вам буду очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментария. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд, все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. Берегите себя и пока.